Вдова недавно ушедшего из жизни новгородского писателя Анатолия Малаканова сегодня получила вместо супруга нагрудный знак о присуждении ему звания «Заслуженный работник культуры». Награду вручил губернатор Андрей Никитин. Указом президента страны почетное звание «Заслуженный работник культуры» было присвоено Анатолию Малаканову 17 августа нынешнего года. Вручить награду ему должны были 6 октября. До этого события Анатолий Николаевич не дожил всего неделю. Знаю, что ваш муж был известным и очень хорошим человеком. Они очень хорошо люди отзываются. И подтверждение этому государственной награды, ну, разрешите вам его вручить. Напомним, Анатолий Малаканов – известный в Новгородской области писатель. С 2009 по 2016 возглавлял региональное отделение Союза писателей. Последние 5 лет своей жизни был главным редактором журнала «Новгород литературный».